Всем привет! Решила с вами поделиться тем, то, что у меня имеется. Получается, у меня здесь есть пару вот таких вот образцов. Это я шила в лаборатории моды у Вячеслава Зайцева. У меня было таких 6 образцов по технологии. Ну вот у меня осталось 4 и решила вам их показать. Ну, вот смотрите, здесь первый образец, получается, идет целенокраенный рукав. Вы можете наблюдать то, что идет шов. И здесь вот вставлена вот такая вот ластовица. Вот она идет раз, два. И с этой стороны точно так же повторяет рисунок. Это был мой первый образец, когда я шила целенокраенный рукав. Честно, мы в колледже проходили целенокраенный рукав, рукав реглан. Реглан — это когда у нас здесь идет вот такой вот шов. Но никогда мы там не шили в колледже. Сейчас в университете такое не шьем. Поэтому, ну, для меня это очень дорогая информация, поэтому я решила с вами поделиться. Здесь вот получается петли. При помощи рамки получается очень интересные обработки. С изнаночной стороны вот здесь идут несколько видов рамок. Получается, ну, какие-то моменты здесь вот идут неаккуратные. Но это я пробовала, училась. Все я это делала в 2012 году. Мне так нравится вот этот вот белый кантик, очень красиво, прям так дорого стоит, смотрится. Ну а с внешней стороны это все выглядит примерно так. Потом у меня идет, здесь идет у меня образец, клапан в листочку. Получается, очень люблю я вот такие фигурные клапаны. Здесь вот открываем. И получается, там у нас кармашек. Вот с изнанки он выглядит так. Ну, в общем, тоже я очень довольна. Это была очень интересная какая-то обработка. Я немножко помню то, что, ну, мы шили, и как-то так все было очень интересно. Вот здесь вот как-то вот шов идет, запечатано все. Вот. И вот это мне очень нравится образец. Это идет супатная застежка. Получается, на жакеты, на пальто можно такую вот застежку использовать. Вот смотрите, вот здесь получается сшито между собой. Здесь вот все вот в рамочку сделано. Глазковые петли. Очень такой красивый, аккуратный образец. Он мне очень нравится. Вот. Я эти образцы очень храню, потому что если мне понадобится какая-то информация по пошиву, то я могу всегда посмотреть и взять, ну, для себя то, что мне надо. А также мы же, знаете, шили корсет. Половинку корсета у меня была. Полочки и спинки. Только половину вот. Но, к сожалению, у меня нету этого образца. Я отдала одной знакомой, и она мне до сих пор его не вернула. И еще у меня, знаете, есть планка. Такой же вот образец из такой же ткани, планка. Как шить планку? Почему-то я сейчас перебирала свои ткани, и я его там не нашла. Ну вот то, что вот нашла, решила с вами поделиться. Может быть, кому-то это будет интересная, полезная информация. В общем, как-то так. Если вы досмотрели это видео до конца, то поддержите меня лайком. Пишите мне обязательно ваши комментарии. Мне будет очень интересно вас почитать. Давно я не снимала подобных видео. Всем я желаю вам хорошего настроения и всем пока-пока!